Все просто, сегодня день просто. Гуляем по парку Великого Новгорода. Юша! Как плохо, что ты сегодня палку дома. Да? Здесь у нас... детей много. Артём, тебя туда не хватает. Жалко. Артём. Уже не 11-е? Это, наверное, имеет участок. И громкие-громкие аплодисменты. Мы уважаем ансамбль Sensation. И небольшое объявление. Мальчик Андрей Мусуров потерялся. Его разыскивает бабушка и брат Никита. Если, Андрей, ты сейчас это слышишь, пожалуйста, подойди к площадке у фонтана. Они ждут тебя. Друзья, если кто-то обратит внимание на одинокого мальчика, ему всего 6 лет, пожалуйста, проводите его до фонтана. А мы продолжаем и поздравляем любимый город с днем рождения, своим творчеством. Не повезло мальчику. Потерялся. 6 лет. На цель подходи, как девушка. Ром, может, фонтаны не бегают? Дальше пойдем. Что нам возле фонтана делать? Сейчас провоняемся шашлыками. Провоняемся, пропал. Да, ну не это, не поедим же их, правильно? Знаешь, я просто понимаю. Тупо провонялись. Там качельки у них. Всем привет от собаки, да? Не, он не злой. Уши! Добрый. Не гладим уши, Сереж! Ладно, я не уши, я за шею. Ну ты же до этого погладил уши несколько раз. Я тебе говорила, гладить уши нельзя. Я забыл, как это. Что, маленький уши? Большой. Там у них вход в этот Кремль по дорожке. Стоял. Ну, пара обезьяна. Конечно будет. Ой, я боюсь, взрыв такой. Такая обезьянка тоже боится. А по? Погладить нельзя? Да, погладить можно, съемка платная.
Привет! Ой, хотите, ты... папа сфоткаю? Сразу напечатаю фото 300 рублей. Привет! Классно! Поддержала тебя.